Здравствуйте, с вами программа «Новый день» и я Вероника Павлова. Чувашская кругосветка за 11 дней. Известный велопутешественник Никита Тянче, многим он известен под фамилией Васильев, проехался по всей республике. Почему он отправился в путь один и с чем связана смена фамилии, расскажем в нашем сюжете. Молодой человек решил проехаться на железном коне по тому же маршруту, что и 5 лет назад. Тогда, в 2013 году, о Никите никто не знал. И для молодого человека экспедиция по Чувашии была серьезным испытанием. Теперь за плечами велосипедиста Кавказ и страны Юго-Восточной Азии. А это 50 тысяч преодоленных километров. После нескольких лет путешествий по миру проехать через всю республику на велосипеде – это как отправиться на приятную прогулку, шутит Никита. И сейчас я решил, пока есть свободное время от кругосветок, от всяких дальних дорог, решил повторить практически на 80% тот маршрут, который я проехал. Вот. В прошлый раз у меня вышло 1200 километров, сейчас 850, немножко меньше, потому что старался ехать сокращенными путями через леса, через поля. Маршрут велопутешественника можно было отследить через социальные сети. В каждом районе Никита посещал музеи, памятные места, связанные с именами выдающихся людей. В роли гидов выступали местные жители и друзья велосипедиста. Андрюха сам с Козловского района, местный, но вот по этой дороге никогда не ездил. Вот с Никитой он везде знает новые места. Никита показывает мне новые козловские дорожки. От приглашений погостить зачастую приходилось отказываться, чтобы оставалось больше времени на общение с окружающим миром, рассказывает велопутешественник. Погода, кстати, была непредсказуема. То холод, то жара. Ну, лето можно себе позволить теперь закрывать нос, а то уже обгорел чуть-чуть. О, главное, чтобы ветром не сдуло. Никита рассказывает, за несколько лет выработалось особое чутье на опасность, и велопутешественник старался минимизировать риски. В плане приключений я, наверное, скучный путешественник, потому что когда уже ты бывалый, как говорится, много отъездил, приключений сильно ты не хочется, то есть стараешься как-то избегать, но у тебя уже чутье на что ты можешь где-то на что-то попасть. Да, конечно, для формата Ютуба, для своего видео, то, что это я езжу, видео снимаю, конечно, это интересно людям, когда какие-то происшествия с тобой происходят, но на самом деле ты хочешь все это минимизировать. Как раз я попал в тот момент, когда после похолодания было такое резкое потепление, и очень много мошкары, гнуса было вот там в Южной Чувашии, в Шамурше, конечно, вот это самый такой, ну, не экстремальный, но сложный момент. Вот, нельзя просто остановиться на дороге, тебя сразу начинает лепить вот эта мошкара вместе с комарами. На этот раз молодой человек отправился в путь один. Анастасия Сафонова, сопровождавшая молодого человека в последних путешествиях, осталась дома. У нас сейчас родился ребенок, пока еще имя не придумали, потому что этот процесс сложный тоже, как бы абы какой не хочется, но мы дадим чувашское имя ей. Недавно Никита и сам взял чувашскую фамилию Тянче, что переводится как «Мир, Вселенная». Я решил поменять фамилию, чтобы уже мой род был чувашский, и мои потомки уже знали, откуда это идет фамилия, почему. Вот. А вот, например, у меня была фамилия Васильев, да, ну, хорошая фамилия, я ничего не говорю, тоже жил нормально с ней, но я не могу проследить свою родословную. Сейчас Никита вместе с женой и дочкой мечтает отправиться в кругосветное путешествие. Примерный маршрут уже проложили. Это будут европейские страны. Осталось лишь подготовить снаряжение и подождать, пока подрастет ребенок. Как разнообразить семейный досуг? Об этом расскажем в нашей афише. Сквер Константина Иванова этим летом станет любимым местом книголюбов. Каждый четверг там будут читать отрывки из произведений чувашской и русской современной зарубежной прозы, знакомить с разными писателями и поэтами. Смотрите полную афишу городских событий на портале «Лето в городе». Как спастись от летней жары? Можно всей семьей отправиться в аквазону Амазонленд. Бесплатный билет получит тот, кто правильно ответит на наш вопрос. Назовите имя человека, который совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. На этом у меня все, ну а завтра будет новый день.